Пап, я пытался связаться с тобой. Не уверен, что ты получил мое сообщение. Моя жена пропала. Думаю, ты что-то знаешь об этом. Нам нужно скорее встретиться. Утром мы потеряли еще одну дочку. Где твой сын, Джек? Ты пообещал за него 500 000 и думал, он будет поджидать убийц. Он в бегах. Кто это? Он хакер. Он знает слишком много обо всех, вплоть до верхушки. Привет, детектив Бреслин. Пойдем на сделку. Мне обеспечивают безопасность, я даю имена. Пап, ну здравствуй. Дай мне самому с ним разобраться. Давай, а то мои методы тебе не понравятся. Сумма увеличилась. $1 000 000. Где моя жена? Слушай, я больше ничем не могу помочь. Я знаю правду. Теперь я знаю все. По следу хакера.